Сложно спорить о том, что в будущем блокчейн будет использоваться практически во всех сферах нашей жизни, в частности в сфере экономики и финансов. Из-за некоторых проблем блокчейн пока еще далек от полной интеграции в повседневную жизнь, но уже имеет свой собственный рынок, экономику и валюты. Однако этот рынок куда более интересен инвесторам и спекулянтам, которые нацелены на получение прибыли, нежели обычным людям, которые просто хотят иметь возможность использовать все прелести технологии блокчейн для совершения нужных операций. Наиболее явной причиной интереса инвесторов к рынку криптовалют является его высокая волатильность. Другие проблемы пока рассматривать не будем. Небольшая команда разработчиков была мотивирована созданием такой платформы, которая позволит проводить операции с криптовалютами без опасения потерять значительную часть своего бюджета из-за волатильности рынка. При этом такая платформа будет безопасной и простой и понятной в использовании. Прототипом такой платформы стала Payeera. Payeera – это специализированная платежная платформа, которая будет иметь собственный мультивалютный кошелек и обменник. Пользователи платформы Payeera имеют возможность совершать полностью безопасные покупки с использованием криптовалюты. Продавцы и покупатели товаров смогут удобно взаимодействовать между собой. Так покупатели имеют возможность оплачивать покупки любыми удобными криптовалютами. В свою очередь, продавцы вправе выбирать, в какой валюте им наиболее удобно принять оплату. Защита прав продавцов и потребителей. Транзакции внутри платформы Payeera будут полностью прозрачны, чтобы в любой момент была возможность идентифицировать одну из сторон совершенной транзакции. Помимо этого, Payeera предлагает расширенную защиту потребителей для физических и виртуальных покупок, а также услуг. Система рейтингов. Для того, чтобы мотивировать продавцов достигать рейтинговых высот в зависимости от статуса продавца, ему будут доступны разные бонусы, такие как моментальные выплаты или понижение комиссии на транзакции. Для защиты продавца мы исключим покупателей, которые неоднократно получили отрицательные отзывы от других продавцов. Однако не стоит переживать, что любой продавец сможет безнаказанно испортить вам рейтинг покупателя. Любые конфликты между продавцом и покупателем будут регулироваться командой Payeera. Поэтому, если какой-то из продавцов решит испортить вам репутацию, ему предстоит подтвердить тот факт, что действия с его стороны являлись максимально справедливыми. Пользование и совершение транзакций с помощью своего кошелька Payeera будет совершенно бесплатным. Кроме того, обычный пользователь может повысить уровень своей учетной записи до уровня бизнес. Вы можете войти в свой кошелек с помощью отпечатка пальца, распознавания или пин-кода. Payeera не имеет доступа к вашей учетной записи, так как вы являетесь владельцем личного ключа. Низкая комиссия транзакций. В то время как другие поставщики взимают плату в размере от 3 до 5% от общей суммы покупки, Payeera требует только 1% и в зависимости от рейтинга продавца это может быть еще и меньше. Программа рекомендаций. Вы будете получать процент с каждого проданного товара на свой кошелек, если он был продан благодаря вашей рекомендации о продавце или о своем товаре. Программа рекомендаций оказывает положительное влияние на экономический рост продавцов, частных лиц и Payeera. Актуальные валюты Payeera будут проводить голосование, чтобы пользователи сами определили, какие криптовалюты в данный момент должны использоваться внутри платформы. Валюты, которые были утверждены сообществом, автоматически попадут в обменник платформы и будут доступны к обмену на любые другие криптовалюты или фиат. Ввиду того, что Payeera является не просто платежной системой, а целой платформой со своими принципами и особенностями работы, давайте разберем три основные сегмента, из которых будет состоять платформа. Это первое. Непосредственно сама платежная платформа с кошельком и обменником, которая позволит трейдерам и частным лицам совершать безопасные криптопокупки. Шупера – удобный интернет-магазин, где продавцы и частные лица имеют возможность продавать новые и подержанные товары.
Payeera Charity, пополняемый резерв платформы, который будет потрачен на благотворительность. Cardera, привычная всем пластиковая карточка, с помощью которой можно производить платежи в различных магазинах, снимать деньги в банкомате и оплачивать различные услуги. В общем, все то, что вам уже привычно. Как было упомянуто выше, Payeera – это не просто система транзакций криптовалюты от одного участника к другому. Payeera – это целая система, которая позволит выйти интернет-торговли на совершенно новый уровень. Итак, каковы особенности и плюсы участия и ведения бизнеса внутри платформы Payeera? Начнем с того, что Payeera предоставит свою безопасную сеть для проведения транзакций между пользователями. Сейчас многие криптовалюты служат лишь как средство оплаты, они не имеют непосредственного отношения к пользователям, из-за чего использование в качестве основного способа финансовых транзакций своей компании или магазина становится небезопасным. Это во многом из-за того, что современные транзакции на блокчейн почти полностью анонимны, из-за чего криптовалюты получили большую популярность у преступников и криминальных лиц. Следующим немаловажным плюсом платформы станет уникальный кошелек, который будет использоваться внутри платформы и хранить личные данные владельца. Поэтому любые подозрительные личности попросту не смогут получить такой кошелек. В дополнение к кошельку, Payeera также начнет выпуск собственных пластиковых карт, которые можно будет легко и удобно использовать в повседневной жизни. Карта будет синхронизирована с вашей криптовалютным кошельком Payeera. В момент операции ваши монеты будут конвертироваться в фиатные деньги по актуальному курсу, поэтому не нужно каждый раз обменивать свои криптовалютные активы на фиатные деньги, чтобы использовать их в жизни. Что касается интернет-торговли, то Payeera будет вводить собственную внутриплатформенную систему отзывов, что позволит действительно хорошим магазинам и продавцам занимать гораздо более высокие позиции в списке рекомендаций покупателю. Соответственно, чем лучше магазин, тем больше у него будет клиентов. У покупателей будет возможность оценивать и составлять отзывы на продавца. У которого была совершена покупка. На платформе будет работать своя система рейтингов, где продавец сможет достичь различных статусов в системе в зависимости от положительных отзывов. С момента появления биткоина блокчейн стал использоваться в большей степени как среда для анонимных транзакций и выпуска новых криптовалют, хотя его возможности куда более широки. В настоящее время блокчейн не может быстро стать частью нашей повседневной жизни из-за ряда проблем. Однако сейчас на основе его ведутся разработки новой платформы Payeera, которая стремится показать обычному пользователю, что блокчейн может значительно улучшить повседневную жизнь. Для этого и многого другого и создается данная платформа. Благодаря Payeera Charity определенный процент с комиссии транзакции будет идти на благотворительный фонд платформы. После того, как нужная сумма будет собрана, команда Payeera будет летать по всему миру и независимо от религии или национальности будет обеспечивать поддержку всем нуждающимся.